В светофоре свои правила ПДД. С машинами надо как с женщинами. Тонировка. Хоть раз еще увижу тебя без штанов. Неправильная парковка. Ты переспал с моей сестрой. Выезд на встречку. Я спал с психологом. Пересечение двух сплошных. Трогать меня за попу — это тоже часть обучающей программы. Превышение скорости. Я же сама ехала, да? За нарушение ПДД будет атата. Запор. Завтра в 21:00.